Бутылки, старые кирпичи и мебель – все, что наполняет это помещение в последние 3 года. В этом здании раньше проживал первый полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Хакимов. В 20-е годы Оренбург стал вот флагманом выхода на среднеазиатские страны. Один из заметных деятелей, прибывший в Оренбург, великолепное получивший образование, закончив медресе, Карим Хакимов. Впоследствии он был одним из первых министром просвещения. В архивах сегодня удалось найти только годы реставрации здания – 1917. Историки предполагают, что построено оно было, возможно, даже столетием раньше. Теперь в эту уникальную постройку на Горького 21 вдохнут новую жизнь. Увидел лот, что продаются здания, а потом уже знал, что они исторические. Самое простое – это открыть магазины сетевые, да, там какие-то известных марок. А что-то новое – это вызов для себя. Посовещались со строителями, сказали, что это возможно. Не такая уж и сложная процедура. Разрушение явно носит искусственный характер. То есть это не естественное разрушение, то есть зданию придали аварийность для того, чтобы снести. Юрию Владимировичу поступала информация вообще о сносе этого здания, то есть предложение. Технология, по которой выполнялась кирпичная кладка арочных сводов и окон, уже давно не используется. Из-за таких архитектурных особенностей восстановление здания носит уникальный характер. Подобные строительные работы компания будет вести впервые. Каким образом была здесь выполнена система отопления? То есть, видя, да, то есть вот эту вот сажу, налет, здесь находилось несколько, как бы, там, галанок, либо еще что-то, да, то есть, и сверху были трубы, продукты горения, они выходили и нагревали стену. То есть, стена работала как радиатор. Затрудняет процесс восстановления и то, что на территорию не пригнать большую технику. На этом участке большое количество подземных помещений. Поэтому очистку территорий и дальнейшие работы будут вестись вручную. После оценки состояния постройки техническое задание на полное историческое восстановление должен представить МИД России. Там, кстати, тот же самый кирпич, что применен в этом здании. И этот материал, который мы отдефектуем, мы будем использовать на восстановительную кладку, потому что вот этот угол нам придется полностью перекладывать. Экспонаты для дома-музея готовы представить Башкирский музей Карима Хакимова и архивы Оренбургской области. По соседству с музеем расположится гостиница и халяльная, а в третьем здании – школа восточной дипломатии. С преподаванием международной журналистики, с преподаванием языков, но не религиозного плана. Это будут языки восточные. Планируется, что в 20-х числах ноября в Оренбурге состоится презентация книги о Кариме Хакимове в онлайн-формате. Кроме того, Ради Камиров поделился, что есть идея снять полнометражный фильм об этой исторической личности. Также собственники отметили, что проект по восстановлению здания открыт для инвесторов и волонтеров. Номер для сотрудничества на экране. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.